Город без ограничений. В Ульяновске появилась тренировочная квартира для молодых инвалидов с ментальными особенностями. Уникальный проект представляет собой стационар, замещающую форму социальной реабилитации. В реальной квартире курс проходят 4 человека. Там они обучаются простым, казалось бы, навыкам. Для многих эти умения элементарные. Для людей с ограничениями по здоровью далеко не всегда. Тренировочная квартира позволит ребятам научиться таким вещам, как готовить пищу, ходить в магазин, уметь распоряжаться бюджетом, заниматься домашним хозяйством, стирать, мыть посуду. То есть такие простые бытовые вещи, но которые очень важны для самостоятельного проживания. 4 первопроходца уже осваиваются в тренировочном жилище. Радушные хозяева устроили для гостей чаепитие. Курс продлится 2 месяца. Всего же проект рассчитан на год. В будущем социальная программа будет реализована на базе комплексного центра «Исток».